голову опускать сюда. Вот здесь ставим, здесь это уже ошибка. Если твоя голова убирается, он заберет тебе голову. Здесь он тебя раскачает. Или что тебе он сделает, перейти сюда, в сторону, допустим. Если у тебя камеры сядет, сейчас сюда зайду, сюда я заберу сюда. Сейчас, лезь, не идешь, заберем под себя его здесь. Здесь или дальше, встань. Сколько, кто сюда раскачает, кто сюда зайдет, кто заберет бензин отсюда. Не дает ему начинать убегать, он будет убегать, он у меня улетит. Он не дает, он идет сюда. Нормально, нормально. Пока не убирается человек, ты пойдешь, что надо, убирается. Забежать, запусти, коленом зайти. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть, ребята, дальше будем молоть. Давай, 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 давай. Ребята, ребята. Thank you.
Человек,
Сейчас идем на хват, увидите работу. И что, кто победит, только проиграет. А мне ломает. Здесь идем, кто проиграет, встанет. Сюда, правую левую руку поднимайте. Раз. Встань, встань, я прием показываю. А, сюда ковырялся. Сюда ковырялся. Руку вправо прошел ногу. Вывести его, запустить. Во время захвата вот так. Справа, слева. Поняли? Два шага назад, и проиграл. Далее. Надо, 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 надо
борьбе остальные как бы. Когда ты встал, чтобы защищать от тебя, говорит честно. Ну, прыгай по воде, потом прыгай, ну, прыгай. И я умудряюсь. Здорово! 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 Не садись, не садись! Не садись, не садись!
Вот когда вы уже проходите, вот это уже я на двух коленях сижу, это уже ошибка. Вот он, вот меня вот так. И отсюда здесь я должен выходить. Если он оттянулся назад, я его заламываю одну руку назад. Он будет искать перебор. Да, перебор. Бывает там слишком. Еще одна позиция. Он оттянул ногу и разорвал захват. Здесь я уже должен садиться на таз, вытаскивать вверх. Голову таскиваю, не голову его здесь получаю. Вот это все, что он вам показывал, три варианта. Выход. Прошел вот сюда, выход. Сюда поставь. Сюда есть ушла нога, здесь тебе помогает. Если здесь, здесь сюда вытаскиваю. И перепрагиваю. Отработка по очереди, первый, второй. И ведь вверх вытаскиваю. Потом мы будем бороться. Голова снаружи. Понял? Не надо больше ничего придумать. Он запросили потом. 2-3 минуты, потом барабан. Встали. Встали. Давай, по очереди. Давай. Быстрее, быстрее, поднимайся, поднимайся. Давай. Еще 2 минуты у вас.
Подними, быстрее подними его. Давай, давай. Двигай, двигай, двигай. Раз, два, раз, два. Переходи, переходи, переходи уже. Ногой переходи. Момент появился, перехвати. Момент появился, перехвати. Сел назад, отдал, 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 отдал,
зачем садишься? Вот это интересно. Оттяни ногу, оттяни, видишь? Не успеваешь даже оттягивать. И наверх пошел. Хати Магомед, не давай ему хати мать. Камера оборватывает. Он идет сюда, на готовую сюда пойдет.
Сам покажи. Поле сейчас. 4 минуты. Общий, да? Да, 4 минуты общий. Первый, второй берет. Вы по 30 секунд с нами работаете. Освободи ногу. Вот я пойду, вот он не поймал. Ты вперед, он скажет.
стяжку. Там на стяжку. А он начинает на стяжку тянуть, я буду встать. Чтобы у него не сделать. Идет он как? Вниз. Давай, первый. Thank you.
только на силу на себе стал. Давай, давай, давай. Thank you.
Еще 3 минуты 20 секунд у нас есть период. Встали, встали. Хорошо, yes. Пока все пошли. Я хочу, чтобы ты на меня.
Ходите, ходите с финишем еще. Спину качать, отжимания. Зал освободите, вам говорят. Как? Кому? Они мешают. Они мешают, да. Давай. Вот, тренировка закончилась. Сразу другая тренировка. Вот так работаешь? Я хочу, чтобы это решение тренера.
Самые четкие фотки получились. Потом посмотрим. Очень круто получилось. Это ты так обороняешься в этом дворе? Да. Нападают. Зубы железные, когти длинные. По-другому не выжить. Пусть царапайтесь. Помню, нормально. Постригешься. Как бы еще отрастил, да? Сейчас я вам помню, что это наше.
Соперника нашел, да? Нашел соперника себе. Соперника нашел себе по силам, да? Чучело я имею в виду. И как? Выиграл? Делай, что ты упал.
Ахмат, делай. Если в борьбе не получится, кроссфит пойдет. Thank you.
пары нет. Коронное место, да, на Чучеле? Что? На Чучеле коронное место. Дальше. Вы же близко ко мне. Я только вот ваши лица могу сделать так мягко. Подожди. Надо назад было пойти сейчас. Нет, давай, вы тут подскочите. Свет, лицо. А сегодняшние тренировки? Как прошла тренировка? Хорошая тренировка, а Арима говорит, сила. Как говорится, ну, более раскрепощенно. Что скажешь насчет борцов? Не умеет все равно разговаривать даже. Ты не захотел сюда бороться, да, на мире? Я не захотел на мире бороться. Хотел, зачем не хотел? Боролся же. Аба лучше. Не всегда же, как мы хотели сюда бороться. Подняли золото. Спасибо, Володь. Ему помощь не нужна, и снова что вопросы задавать. Серьезно, как-то ты на расслабоне сильно боролся. Где, на мире? Да. Не пошло. Не пошло? Можно разве бороться с таким минимальным преимуществом, разве можно бороться? Не. Пока был свежий, ничего не взял. Оставил наконец. Я не знаю, я собраться не смог. Просто разогревался, даже нормально размяться не смог. Ты смотрел, если не было рядом? Больше никакой не было. Не было же, его не хватало рядом. Со если он был бы рядом, он же даже разогреваться не прошел бы. Один раз пошел и дал бы, я уже там на бодряках ушел бы. Вот тоже не было рядом, все так получилось, да. То есть по шее надо, да, иногда? Иногда нужно. Нет. То есть теперь... Так, а мы-то не нуждаемся в этих. Нам так время и времени для профилактики бассейна, чтобы не сказать. Ну, видимо, тебе не хватило.
чуть-чуть. Ничего, сейчас намахаемся. Да? Нормально, отыгрываться. Но это не мир, это всего лишь умахановский. Но это не первый мир, но не последний. Иншаллах. Это хорошо, если так. Ну, такой сзади есть один, который... Из-за него у меня регресс идет. Не прогресс, а регресс. Почему? Он там в углу, смотри, он там в углу работает чижи. Он приходит туда в угол и ноется. Это моя точка. Ты зачем? Смотри, тренировка идет, вот так разговаривают. Они, когда ты говоришь, никто не мешал. Нет, они смотрят, как мешает нам. Мой самый лучший брат, который меня заставил. Он за мной домой приезжает, меня на тренировке забирает. Все для меня делает, что говорился. Что для тебя, братишка? Исмаилович тебе передал такую инициативу, домой заезжать. Это я делаю тренировку. Ну правильно, вот так и должна быть дружба. Конечно. Отцовское братство, да. Много из них отгонять его никто надо. На следующий мир ты с ним едешь, да? Он со мной. А он что? А ты с ним? Я уже старый, я уже за старик. Ты самый взрослый, я так понимаю. Да. Не, самый взрослый тут кто? А, я. Недавно самый молодой, самый взрослый. А это было прям вчера, да? Вас комментарии хейтят, то, что вы со мной на линии пошли туда. Я не ходил, но тренер не хватило ему. Нет, я знаю, что там было. Это я не понимаю. Не стыдно было. Не стыдно, если вы были там, исход был. Да. И если здесь занимался бы, и функционалка была бы, ты его выиграл. Не, функционалка лучше. Тебя оттуда салат еле-еле поднимался вверх. Жалуюсь, если тренинг рядом бывает, уже у тебя психически он настраивается. Конечно. Вот этого надо было. Вот это надо. Голова разгружена бывает, если тренинг. Он говорит, я тебе буду делать. Самое интересное после тренировки, да? Да. Резину лучше. Тебе зачем кататься? Резину сейчас. Вот там черная резина есть. Главное руки пробивать. А вот, кидай в сторону. Не сбавляет обороты, все давит. Вы не выдерживаете, а он выдерживает. Мы выдерживаем. Он прям... Если воровскую чуваку выдерживает человек, значит он пахарь. Пахарь человек, хороший, да. Магомедович, конечно, прям заряжает. Сюда иностранцы приходят, после первой тренировки 3 дня уже не приходят. Ну так ты видишь, сколько людей ушло, приходили, тренировку делали, все пропадали. Тяжело, отдыха вообще нету. Прям 2 часа работы. Это еще бесценный человек. А что тогда?
Восемь дней чистить тренировку дает нам, за всю тренировку там две минуты отдых будет. Еще сильнее? Да. К сожалению, талант ему дал Аллах Всевышний. А вот работа не дал, чтобы он на таланте хочет выехать, не получается. Надо работать тоже. Он на таланте, да, два раза Россию выиграл, по молодежи Европу выиграл и поехал на мир и вот такую руку. Потому что у него час не ходит, остынет, вообще потом ничего не делает. Ему наоборот надо больше на руках работать. Зачем ему это? Качка, через 10 дней он бороться хочет, а у Махана. Ему надо наоборот на руках вот, мирки делать, там проходит. У него хороший очень, с нырком проход делает, он хороший. Такая махина, 125 килограмм. Очень быстрый для тяжей. Очень быстрый. И отключая гильотину, он там тоже хорошо бросает. На эти вещи он может подтягиваться. Чем подтягиваться, у него там такие банки. Не делает вывод. Вот это, вот сейчас он ушел. Придет, я специально оставил. Придет он сюда, он может уйти. Нагружай, нагружай, да.